Ответы на вопросы. Сверху вниз начнем. Геннадий Петрович, когда вы вели передачи на ТВ, я относился скептически к вам. Потом еще эти дурацкие пародии от дебила Мурунова. Ваш канал открыл мне вас совершенно в ином ключе. Вы рассказываете все доходчиво по делу и так, как я это понимаю. Очень вас зауважал. Здоровья вам, Владимир Пташкин. Большая благодарность вам, Владимир. И сразу же я хочу сказать вам такую интересную вещь. Это для всех. Вот я смотрел сериалы индийского эпоса «Сита и Рама». И вот там Рама сказал интересные вещи. А именно, человек в миру живет тремя телами. Духовное тело, физическое тело, это которое мы сейчас с вами видим, и кармическое тело. То есть духовное тело, ну, будем говорить, это истинная наша, так сказать, сущность наша. Вот физическое, это то, что вот сейчас мы с вами наблюдаем, наше ложное эго, которое вот тут оно тут проявляет себя. И именно в физическом теле идет совершенство наше. И вот кармическое. Кармическая карма в переводе означает деяние. То есть третье тело кармическое — это то, как о нас судит общество. Вот общество сформировало определенные мнения обо мне. И эти мнения далекие от, как, кстати, Ирама говорит, то есть общество может сформировать о человеке мнение, которое весьма далеко от истинного. Но вот оно, как бы сказать, давлеет у всех в умах, что человек это вот такой вот, что от него там ждать то-то, 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 а на самом деле он совершенно иной. То есть вот это как раз древний еще несколько тысяч лет назад, тысяч, возможно, 5-10 назад, отметили такую вещь, что от общества умудряется сформировать о человеке соответствующее мнение. И это мнение, значит, вот они активно, особенно сейчас, если у нас интернет, активно продвигается, рассказывается и так далее. А на самом деле, еще разок повторяюсь, человек совершенно иной. И даже можно сказать так, что возможно общественное мнение, оно где-то и право. В каком смысле? Потому что человек многогранен. Вот именно для, допустим, СМИ интересно какую-то грань выхватить о человеке. Ну, что он, допустим, вот такой-сякой, если относиться ко мне, там, пародии различные и так далее, и тому подобное. Вот, и все это усиленно поддерживается, значит, перетекает и так далее, что такой чудак, естествознанием там занимается, и вот он куда-то там полез, что-то там рассказывает. Вот, но, тем не менее, не раскрывая других граней человеческой личности. Что он, допустим, чем-то там увлекается, каждый человек из нас чем-то увлекается. Как он относится к другим людям. Что он вообще делает, во что он себя воплощает, в конце концов. То есть, вот, вы сейчас почувствовали вот эту вот разницу, так сказать, в кармическом теле, которое на меня одело общество, а вернее не общество, а как это преподнесли вот СМИ. Как им интересно было меня преподнести с их точки зрения. И так как вы видите меня, я вам рассказываю различные вещи, в том числе и о себе,
и о том, что меня интересует, вы видите меня совершенно иным. То есть и там где-то доля правды есть, я бы не сказал. То есть какая-то вот эта грань. И, допустим, подурачиться я люблю. И более серьезные вещи, которые я изучаю, которые я применяю и с вами делюсь.